приходится добавлять, освобождать место в гараже в кучу малу. Там метистовидный кварц, адуйкопилинка. Вот кусочек такой попался. Ну это ясно. Это щетка Скопигема. Тут неплохая животка. Нужно, конечно, щавелевки ее помочить, почистить. Ну, может, лишнее обрезать. И она заиграет новыми красками. Липовка. Халцедон. Интересно, здесь вот такое половидное что-то. Ну, точно липовка. Кварц какой-то. Вообще, может, это флюорит. Ну, это с малышевки точно. Ух ты! Какой кварц. А там вон животка. Ну, это... Ну это, наверное, скупится триновая все же. Вон они, желтяки идут. 63-й километр, что ли. Сейчас вымою, положу сюда. Не знаю откуда, наверное, оттуда же. Такие кварчики. Симпатюли. Лежит. Шпат интересный такой, слюда здесь. Это Южакова где-то на поле подобрано было. Слюдка вам там интересно. Ну, это так называемый икряной камень. Большой образец. То, что с севером, с Александром ходили, я там подобрал. Пусть лежит. Это первомайская зверевская.
такая характерная порода с крокоидом. Ну-ка, если его сполоснуть. Да, вот крокоидики, красненькие, оранжевые, зеленокаменной породы. Так. Ну, это образец кварца. Узнаваем, конечно, это барские ямы. Там столько всего наверчено. Ну и вот какая-то зеленоватая порода, рядом с которой бывает крокоид. Может, тут следы есть какие-то. Ай, что ж вы кусаете-то? Так, что у меня еще? Вот кусок пигматита. О, какой красава. Какой красава. Ясно, что это адуйкоп-телефонка. Вот даже со слюдкой тут идет. Большой интересный образец, если вы разрезаете перпендикулярно вот этим эглиптом. Так, ну это с Малышева. Что здесь такое, я не знаю. Вот такие ширлики, не ширлики, но во всяком случае, не знаю что. Ну, Малышева. Ну, из отвала. Образец. Ну, это кварц. Видно. Даже могу сказать, это шайтанка, село Октябрьское. Была большая глыба. Вызывала определенные эмоции, поэтому пришлось ее располовинить. И там вот внутри оказался такой занорыш. Это его четвертая, наверное, часть, может, пятая этого занора. Часть уже ушла, подарена. Характерный кварц на кристаллах, вот наросты с одной стороны. Вот так вот. Хорошо смотрится. Так, это старый. А вот это я не знаю, что это такое. Вернее, знаю, что это яшма. Не такая красивая. То ли она с полковника. То ли еще откуда-то. Кто знает, подскажите. Ну, обалдеть, какой цвет.
Обалдеть. Нет, я ее здесь, наверное, не оставлю. Хотя, впрочем, она хорошо бы смотрелась на горке-то. О, как. Сразу бы утащили. О, последняя брызжа сегодня. Вау. Экземпляр достойной песни. Пегматит телефонки. С мускритом. Тяжело держать его. Ну, интересный штуфик, конечно. А здесь еще вот мох. Не видно здесь берила, а то опять положил. Надо посмотреть внимательнее. Ну вот, красава какая. Вот образцы добавлены сегодня. Икряной камень. Скопи гема, щеточка, крокоид первомайская зверевская, яшма, не знаю откуда, халцедончик, липовка, это кварчик, вау. С малышевки. Какие-то кристаллики, монолит, типа шерла, не знаю, Адуль. Кварц шайтанка. Кварц барские ямы. И кварц. Туда не знаю, куда, откуда. Это все. Как-то так. Здесь я чуть не промахнулся, конечно. Взял образец, который хотел на горку положить. Ясно, что это письменный гранит. Пегматит. Ясно, что это адуй. Ясно, что коп-телефонка. Но вот что-то я не заметил берила. Конечно же, я его не положу. Стали немножко пропадать тут камни из этой горки. Кто-то, наверное, внимательно смотрит мои видео. Надо же, это я его и сам не видел, а? Неплохой берильчик сидит. Это дымчат, наверное. Вау. Отложим.